Привет, народ! Мы переехали, так сказать, с горы, с горы в город. Решили посмотреть, что происходит здесь около моря. Как тут люди отдыхают, как тут люди живут. Вот видите, тут море. Люди бегают, занимаются спортом. Но вот тут люди живут. Тут либо живут, либо сдают. Ну, все что угодно. Так вот, мы переехали вниз. И я буду рассказывать теперь, расскажу точнее немножко о том, что происходит внизу. Я желаю вам всем солнечного дня. Почему я так желаю? Потому что мне этого очень не хватает в Москве. А здесь я просто получаю огромный кайф. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Артур Мехтиев, Мехтиев Ньюс, Сочи, Адлер. Вышел пораньше, хотел поснимать пораньше. Но мне показалось, что это пораньше. 7:17 утра. Но совсем не пораньше здесь. Люди купаются вовсю, люди бегают, занимаются спортом. Меня на самом деле это удивило. Вроде как на курорте, да, идите отдыхайте, но нет. Пытаются все отдохнуть побольше и не терять драгоценного времени. И это на самом деле правильно. Мы же приехали сюда не спать. Поспать мы успеем в выходной дома. А здесь нам нужно отдыхать, ловить кайф, купаться, загорать. Кушать вкусную еду. Кстати, еда очень достаточно вкусная. Недорогая. Так, сейчас я, наверное, уйду немножко на соседнюю улочку, чтобы было потише. И начну дальше свой рассказ. Но насчет потише тут не всегда получается. Почему? Потому что машина все равно ездит, все рано начинает работать. Сейчас уже на пляже раскладываются лежаки. Уже все магазинчики начинают открываться, кафешечки потихонечку оживают. Но это в основном на первой линии. Естественно, там, где будет кипеть самая-самая такая жизнь. Вот. И сейчас я отошел на вторую буквально улочку от моря. И сейчас хочу посмотреть, как что происходит с магазинами и кафешками чуть подальше от моря. Сейчас пойдемте, я вам покажу. Вот сейчас улочку покажу, и чтобы вы видели, что такое улочки Адлера. Вот типичная улица, типичная вторая улица от моря. Куча машин. Здесь куча домов. Вон там море. Кстати, обратил внимание, вот видите, вот такая вот постройки, такие вот старинные, разваленные, еще, видимо, со времен Советского Союза. И здесь такого много. Причем не только здесь, и на горе также тут. Такое есть. Ну, видимо, это все будущие отели или пока нет инвестора. Это стоит. Вряд ли это какая-то память о Советском Союзе, не уверен. Обратили внимание на количество автомобилей, припаркованных вокруг? Блин, здесь с парковкой очень сложно, очень трудно. Более того, если ты приехал не местный и попадаешь в какой-то частный сектор, тебя просто заклюют здесь. Тебя будут гонять с места на место. Ну, смотрите, парковка достаточно жесткая, да? Каждый уголок занят автомобилем. На тротуаре, во дворах, на бордюрах, где угодно. И еще раз повторюсь, если место около какого-то дома, очень трудно припарковаться. Просто есть уже случай, когда мы жили на горе и приехали ребятки на автомобиле. Ну, они жили долго, там почти месяц. Их неделю гоняли, с их слов, неделю гоняли по парковке. Здесь не ставьте, там не ставьте. Мое место, свое место, то место, того места, соседа место, папы, брата. Ну и так далее. Поэтому, когда будете ехать бронировать жилье, обязательно уточняйте про парковку. Продолжаю движение в сторону куда-нибудь от моря. Да, как я уже сказал, все просыпается потихонечку. Сейчас мы куда-нибудь свернем, чтобы там посмотреть, что как происходит. Свернул на перпендикулярную улицу, кстати, на свою от моря. На перпендикулярную улицу от моря. А вот смотрите, иду так, да, во дворе. Традиционно вот просто вот улочка, видите. Отельчик там. Вокруг какие-то гестхаусы. Я вам скажу, как я уже говорил, по секрету скажу. Здесь все гестхаусы. Здесь все гестхаусы. Все сдается, все продается и так далее. Ну, кстати, вот дом, например. Вот жилой дом обычный. Вот высотка, как обычно, как в городе. Тоже все сдается. Говорил, с парковкой беда. Вот смотрите, вот еще один стандартный переулочек.
Поэтому здесь, да, надо быть аккуратнее. Вот, пожалуйста, все сдается. Вот тут все сдается, поверьте мне. Каждый метр, который можно сдать, его сдают. Вы смотрите, какая копеечка классная. Старушка или старичок, жигулек. Еще фиатовский, наверное.